В Уфе стартовало заседание Шанхайской организации сотрудничества «Политика, социальная сфера и безопасность». Вот что в первую очередь обсуждают главы стран ШОС. К месту проведения саммита Уфимский конгресс-холл, президентские кортежи стали прибывать в полдень. Одним из первых приехал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Следом к конгресс-холлу стали подъезжать лидеры Китая, Кыргызстана, Таджикистана. Узбекский лидер уже находился в здании. Чуть ранее Ислам Каримов и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. К этому времени закончилось заседание в узком составе и началось расширенное, где также участвуют 5 стран-наблюдателей: Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан.